Ну вот снова я в море, открытом, прекрасном синем море. На другом судне, в той же компании. Конечно, чувство достаточно приятное. Все-таки перерыв был приличный, 4,5 месяца. Хотелось уже вернуться в последние дни побыстрее, потому что все так, знаете, на грани. Никогда не знаешь, сможешь ты вернуться в нынешней ситуации, не сможешь. Границы, потому что могут в любой момент закрыть, и моряки как бы в этом не исключение. Я по этому поводу, конечно, очень сильно переживал, но сейчас все как бы встала на свои места, пока я здесь, и есть время оттянуть этот момент, получать удовольствие дальше. И, кстати, вот последние контракты, работать хочется все как-то больше и больше, потому что, ну, это, наверное, с возрастом только понимаешь. Короче, удовольствие от своей работы получаешь намного больше, чем раньше. Сейчас я дошел, как всегда, до бака. Хочу немножко пробежаться еще. У нас так-то все по форме. Нужно ходить там в жилете. Но бывают исключения именно для пробежки. Пока еще никто не заставляет это делать, да? При занятии спортом. Спорт все равно должен присутствовать в нашей жизни. Кстати, норвежские горы просматриваются. Сейчас идем на север. Спорт и море. Слова синонимы. В кавычках. Потому что основная проблема — это с весом. У многих все потому, что лишний раз не хотят пробежаться, скинуть пару килограмм за пару недель, а за месяц уже и того больше. Бульба у нас сейчас утоплена. Так вот, что еще добавить-то? Вот такой вот здесь у нас полубак. Закрытый, более безопасный. То есть, если какая-то сильная волна, вы, в принципе, окажетесь в безопасном месте. Да, здесь будет много воды, но основной удар примет именно вот это перекрытие, что, конечно, очень круто. Мы сейчас, кстати, туда еще поднимемся. Я туда еще ни разу не заходил. Сейчас мы зайдем с вами, посмотрим. На баке есть рында, или он же колокол. Такой вот замечательный, бронзовый. Да, пока он тут. Но почему-то на многих судах они куда-то деваются. Их вечно кто-то ворует, увозит домой. Может быть, там вешат у дома, у входа, особенно как бы моряки, которые там у нас из Филиппин есть. Вот им как бы хочется немножко морской романтики. Так, вот я поднялся. Да, здесь, конечно, ребят, как на Титанике, блин. Вообще класс. Просто класс. Это непередаваемо. Я всегда хотел, чтобы в носу, блин, можно было немножко выше подняться и ощутить вот это ощущение свободы. Блин, надо же так придумали, а? Ну, это на новых судах сейчас вот так стали делать. В целях, я так полагаю, безопасности все-таки для моряков. Потому что часто именно, как я уже много раз говорил, погибают под полубаком. Так что
это нужно. Это нужно просто сейчас для новых судов по новым правилам. Да, здесь можно и позагорать в более теплое время. Сейчас мы идем все равно на север, еще прохладно, 8-10 градусов где-то. На солнце чуть-чуть потеплее. И да. Не полежишь, в общем. В общем, надеюсь, я вам передал свои ощущения присутствия на новом судне. Оно в буквальном да, слове новое. И ему всего полтора года, чуть больше. Поэтому наслаждаться, поддерживать судно в хорошем состоянии. Это моя задача, всего экипажа. Чем мы будем заниматься на протяжении долгих, не знаю, сколько месяцев. Может быть 4, может быть 6, может быть 8. Кто знает, чем больше. Как я вначале сказал, что ситуация непредсказуемая. Поэтому пока работаем и ни о чем не загадываем. Все, ребят, всем пока.